Всем привет! Продолжаем путешествовать по выставкам моего городка, моего Санкт-Петербурга. Выставочный комплекс «Ирарта» представляет выставку «Маски и образы» художника, художницы Татьяны Алексеевой. Действительно яркая живопись художника и иллюстратора Татьяны Алексеева, которая обращена к юношеской страсти моде, так написано в анонсе. Очень красивые и запоминающиеся работы. Вот можете посмотреть действительно, ну просто красивые работы. Я сделал некий видеоряд такой, чтобы вам показать, в общем-то, быть в теме, что у нас существует, какие у нас выставки. Даже интересно знать. Вот Татьяна Алексеева всю жизнь проработала иллюстратором и оформила огромное количество детских книг, публикаций в журналах. Закончила Мухинское училище в 1971 году. Вот как она говорит, что рисунок и живопись давались нам в таком же полном объеме, как и на других факультетах. И часто занятия проходили в этнографическом музее, где мы зарисовывали костюмы и орнаменты. Это мне очень пригодилось, когда позже я иллюстрировала сказки разных народов. В институте наше отделение считалось необычным, и мы старались поддерживать свой особенный имидж. На институтские вечера, проходившие 3 раза в год, мы шили себе экстравагантные костюмы, которые потом долго обсуждались. Ну, вот такие картины. Это же, я считаю, что это просто интересная и красивая выставка, что не зря я сходил и посмотрел. Живописная серия «Маски и образы». Наверное, это страсть к аксессуарам, моделированию образа при помощи цветов и форм. Вот я вам, как мог, показал работы Татьяны Алексеевой, которая выставляет их в выставочном комплексе «Ирарта» на Васильевском острове. Вдруг будете, зайдете, меня вспомните, посмотрите. Посмотрите, вам понравится. Все, всем пока, всем привет, до свидания, до новых встреч. Пока-пока.